Что вы прежде всего видите на улице? Архитектуру. Архитектуру? Ну как вряд ли общо, слишком общо. Общо. Землю, небо. Землю, небо. Ну вы всегда небо. Это я уже понял. Ну, красное небо, да синее. Ну а еще так более. Это ну, я! Красное и синее. Извините. Черти дыма напишите. Ну да, да, да. Я же все теперь говорю. Путочка поехал, все. Мне кажется, вывески свои витрины. Во! Вывески витрин. Вот человек выходит, вывески витрин, да? Кто под землю, кто? А вот человек кто-то такой вот по сторонам смотрит. Вывески витрин. Да, это реклама. Да, и наши следующие персонажи это такие вот герои с рекламных щитов такие, знаете, да? Но раньше не было принтера, не могли вот взять и распечатать, да, все это писали художники прям, да, вот эти рекламы делали. И, честно говоря, выходило это так тяп-ляп, да. Ну и вот наши следующие герои тоже будут такие своеобразные тяп-ляпы, да, уже без какой-нибудь метафизики, да. Вот. Ну, одним словом не буду тарахтить здесь. Добро пожаловать в зал Светской!
Woo!
Прекратить хурму. Пожать руки. Тихо, не рискуй. Не надо рисковать, сам ошибаться. Тихо. Спокойно. Тихо, не рискуй. Не надо, тихо. Не рискуй. Сам ошибется, тихо. Так. Тихо. Не рискуй. Занятие мужское, в суровой схватке боя, мы рыцари борцовского ковра. И нелегкая работа, сойдет три пуда пота, для нас природной силушки игра. Борьба не для забавы, когда хрустят суставы, и мышцы с болью рвутся, как струна. Борьба лихая доля, характер, труд и воля, хлебнули мы с тобой ее сполна. Богатырская стать, вся борцовская рать, мы своей благодарны судьбе. Слабый сник и ушел сильный духом, прошел мы верны крепкой римской борьбе.